тренер с борьбы приходил и говорил, Перемания. Что да, говорил, возвращайся обратно, я сделаю тебя чемпионом мира. Я не считаю себя игроком замены. Просто так получается, что я выхожу и забиваю. Мяч мне отскочил от их защитника, и передо мной стоял Черешов. Я слежу за играми Барселоны, естественно. Здесь все работают на максимальных скоростях, и на самом деле очень так, как будто земля горит на тренировках. Ну, я тогда выделю два гола, скорее всего. Это первый гол за основную команду и последний в Валенсии. Ну, Сулеймановых много, типа Шапи там, такой. Да, типа Шапи будешь один. Личная для меня главная мечта, я думаю, выиграть золотой мяч. А кому, конечно, команда, я бы хотел выиграть и Лигу чемпионов.